В республиканском цирке состоялось открытие кабинета музея народной артистки Якутии Марфы Колесовой-Расторгуевой. Значительная часть коллекции Марфы Петровны, в которую вошли сценические костюмы, фотографии, выступлений, картины и предметы, посвященные цирковому искусству республики, теперь будет храниться в кабинете музея. Рассказывает наш корреспондент Сарглан Федорова. Первые посетители перешагивают порог кабинета музея и сразу окунаются в атмосферу цирка. С полотна смотрит лучезарная Марфа Петровна, первая профессиональная артистка, представлявшая самобытное национальное искусство Советского Союза, России и родной республики за рубежом. Коллеги с трепетом и гордостью вспоминают удивительную Марфу Петровну. Такой позитивной энергетики, такого человека, энтузиаста и продвигала любую идею я еще не встречала. И вот тогда она говорит, будем строить цирк. Никто не верил в это. И мы построили. В дни памяти Марфы Петровны пройдет третий международный форум циркового искусства с участием гостей из Монако, Италии, Китая, Белоруссии, Казахстана. В рамках этого мероприятия состоялась пресс-конференция. Также в фойе цирка развернули выставку, посвященную творчеству жизни заслуженной артистки. В экспозиции представлены архивные фотографии, диски, пластинки, костюмы. Я надеюсь, что вот эта вот выставка с той энергетикой, которая, я считаю, осталась от Марфы с нами на земле, да, вот, она будет продолжать помогать Сергею Васильевичу, цирку, совершенствоваться и развиваться дальше. Кабинет музея удалось создать в короткий срок с усилиями инициативной группы и художника Петра Винокурова. Создатели оставили все как есть. Ее рабочая мебель, кресло, на которое остался ее жилет, вешалка, где хранится партия костюмов. В следующем году создатели кабинета музея планируют организовать выставку костюмов Марфы Петровны. После того, как будут соблюдены все формальные процедуры, кабинет музея Марфы Петровны Расторгуевой будет доступен для каждого, кто интересуется цирковым искусством, а его фонды будут пополняться. Сарглана Федорова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.